Теннис – это вид спорта, который позволяет поддерживать себя в отличной физической форме. Теперь же у начинающих спортсменов, а также у профессионалов в этом виде спорта из Николы Березовки и Нефтекамска есть возможность заниматься в отличных условиях. Несколько месяцев назад в живописном месте на берегу Камы был построен теннисный корт под открытым небом. Тут же располагается раздевалка с душем и уборной. Неподалеку находится и двухэтажное современное здание. Здесь есть зал для игры в настольный теннис на столах международного уровня немецкой фирмы «Доник». Любители классики могут поиграть и в русский бильярд. А самым большим достоинством этого спортивного комплекса является современный крытый теннисный корт. На протяжении 3 месяца функционирует теннисный корт закрытого типа. Отличное освещение, отличное покрытие для профессионалов и для любителей. Имеются гостиные номера на 15 мест, туалеты, души, раздевалки. Приглашаем всех желающих на игру с семьями, детьми. Теннисный корт расположился по адресу: село Никола Березовка, улица Макаренко, 21. Татьяна Кокорина, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».